Марию Бутину ждут дома уже в конце этого месяца. Защита обвинения в Соединенных Штатах Америки предлагают депортировать девушку в Россию в день оглашения приговора. Судебное заседание запланировано на 26 апреля. Отец обвиняемой в шпионаже девушки рассказал нашей съемочной группе, что надеется на благоприятный исход заседания. Мария Бутина, ее адвокаты и сторона обвинения в пятницу направили в суд округа Колумбия пакет документов. Бутина отказалась от своих прав на защиту от высылки из страны, а также пообещала не пытаться вновь попасть в Штаты. Сторона обвинения не против. К вынесению приговора Мария готова морально и физически, заверил нас ее отец Валерий Бутин. Состояние здоровья не ухудшилось, то есть она по-прежнему себя поддерживает в нормальной физической форме, психологически тоже так устойчиво и уверенно держится. И в ожидании скорой развязки и окончания этого дела. Под стражей Мария Бутина находится почти год. Ей вменяют вступление в заговор в качестве иностранного агента другого государства. Свою вину девушка признала. Ей грозит не более 5 лет лишения свободы или штраф в 250 тысяч долларов.